Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео я вам расскажу все про коробки Т-77, самые ваши любимые и часто задаваемые вопросы именно ко мне по поводу коробок и Т-77. Почему я иногда говорю, что не буду покупать коробки, но все равно покупаю коробки. Новогодние коробки. Почему я покупаю одну коробку новогоднюю? Почему я покупаю вот эту вот коробку, которая сейчас с Т-77, одну, вторую? Почему я их покупаю не по 100 штук, не по миллиарду? Почему я покупаю одну и вообще, в принципе, могу сказать, ничего не покупаю, но все равно пару штук да возьму? И почему время от времени то, что я сказал в видео, не совпадает с тем, что я потом сделал? Много кто из вас пытаются подражать мне. Делают это либо целиком и полностью, либо частично, так или иначе, раз вы у меня на канале, какая-то симпатия есть, значит, мои видео, мой канал вам каким-то образом нравится. И есть люди, которые до мелочей пытаются скопировать все, что я делаю в картошке. Есть люди, которые мои видео или стримы вырезают целиком и себе на канал суют. Картинку у меня с видео пытаются скопировать. Есть люди, которые настроечки там до конца пытаются настроить, как у меня. Есть люди, которые пытаются скопировать мою игру. И по-любому есть люди, которые пытаются купить столько же коробок, сколько купил я. Я никогда на своем канале никому не пытался навредить именно в игре World of Tanks. Да и в принципе по жизни мне не доставляет удовольствия, чтобы кому-то было плохо еще и за меня. Я, наверное, один из самых миролюбивых, добродушных и безобидных стримеров по картошке. Да, я могу агрессивно высказываться во время боя, потому что вы слышите слова, но не слышите, что я в них говорю. Я рассказываю, возможно, со стороны досмотрится, как обсирая кого-то, но я в итоге рассказываю, почему это происходит в бою. Рассказываю, в чем ошиблись игроки. Я или вокруг меня, или в бою, моя команда или вражеская команда. Но люди слышат, как я кого-то оскорбляю, но не слышат, из-за чего это произошло. Хотя я все рассказываю и даже рассказываю, как нужно было сыграть. За такое огромное количество времени, сколько я провел в картошке, не всегда получается подобрать такие слова во время этих ситуаций в бою, чтобы вылизать жопу тому, кто сыграл как кусок говна. Да и в принципе, если человек сыграл плохо, я, допустим, не вижу ничего необычного, что это называется «плохо сыграл». А если человек плохо сыграл, значит, он плохой игрок в данной ситуации или в целом. Все. Что здесь необычного, непонятно. И плохого игрока можно называть по-разному. Но в любом случае это очевидно и понятно. Но некоторые люди ничего не слышат, ничего не понимают. То же самое и со всем остальным. Я никому не пытаюсь навязать покупку донатов, там, премтанков, либо же коробок и всего остального. Настройки мои копировать смысла нет. У каждого свой компьютер со своими девайсами. У кого-то громче, тише. У кого-то яркость на мониторе по-другому настроена. Копировать один в один все мое смысла нет. Да, может быть, для кого-то это странно. И кто-то скажет, что ну я не копирую, значит все нормально. Значит ты фигню говоришь. Но если не вы, то кто-то другой точно. Поэтому настраивайте настройки под себя. Если мои настройки нравятся, можете просто их взять за основу. Скриншоты есть в группе ВКонтакте. Если хотите играть как я, ну пожалуйста, копируйте мою игру. В итоге вы все равно будете играть по-своему. Основные, может быть, какие-то моменты будут как у меня. Но в любом случае, зная по себе, когда кого-то копируешь, все равно вы получаетесь своеобразным игроком. Потому что вы не можете скопировать досконально, и каждый человек это отдельная личность, а не копирка чего-то. То же самое и с коробками и премтанками. Да, вы можете поинтересоваться, сколько я купил коробок, с какой выпал танк, сколько у меня выпало танков. Но это не значит, что это 100% достоверная какая-то статистика, от которой можно отталкиваться для покупки себе определенного количества чего-то там, танков,
коробок или еще чего-то. Объясняю еще раз. Коробки в картошке всегда, когда появлялись, не были необходимостью, даже если у вас куча бабла для покупки. В них смысла нету нифига. Тем более, если денег у вас мало. Почему же я, имея ничего по денежным средствам, умудряюсь все равно покупать коробки? Вы неправильно смотрите на мою ситуацию. Я напрямую завишу от того, могу я вам что-то на канале показывать или нет. Потому что если показывать нечего, канал стоит, не приносит деньги и ничего не происходит. А чтобы что-то было показывать, нужно откуда-то его взять. И самое интересное, это что-то новенькое, чего еще не было. И то, что мне повезло, что Т-77 выпал с 12-й коробки, это нереальное везение и очень большой риск от меня. В виде того, что я трачу деньги, которых нет практически. Но если Т-77 выпадает, у меня открывается возможность показать вам огромный кусок контента в виде этого танка со стримами, видосами и так далее. Но если не выпадет, в принципе, я не умру. Но как человек и игрок, я могу в какие-то моменты сказать, что коробки не буду покупать, они мне нахрен не нужны. И танк, в принципе, да, тоже мне нафиг не нужен. Потому что так и есть. 90% прем-танков мне, как игроку, в игре World of Tanks не нужны. Вообще. Я бы на них для себя лично не играл бы вообще. Они конченый шлак. И только несколько прем-танков действительно мне, как игроку, с огромным количеством боев, с хорошей статистикой, мне интересны, и я на них приятно провожу время в игре. Но их очень мало. И покупать неизвестный танк в коробке, который с малюпусеньким шансом выпадет, это бред полный. Поэтому я так и говорю. Потому что так и есть. Но вас, как зрителей, мне хочется порадовать чем-то новеньким. Но где его взять в картошке, если что-то новенькое в игре World of Tanks это прем-танки, новая ветка, какие-то новостные помойные видосики делать, которые не сильно хочется, но иногда что-то я вам рассказываю, если это интересно мне. Делать ежедневные помойные срачи видосы мне не хочется, потому что это не мое. Да, это самый интересный и популярный контент в картошке. Самое популярное, часто смотрибельное на ютубе танковом, это всякую чепуху лить в уши танкистам. У меня канал не про это. У меня просто человеческий контент для людей. И никому никогда не хотел никакого зла, кому-то что-то поднасрать, кого-то обмануть, или что-то там я от вас утаил. Нет. Как раз таки все наоборот. Да, некоторые не следят на 100% за всем контентом на канале, потому что, допустим, стрим посмотреть до конца это сильно долго, времени столько нет, поэтому некоторые вещи все люди не услышали, не узнали, и приходят переспрашивают. Они это делают не со зла, а потому что просто хотят узнать, но есть люди, которые целенаправленно приходят и спрашивают с таким намеком, что я где-то что-то утаил. Просто что-то скрыл такое невероятное, почему я купил две коробки. Первую коробку я открыл на стриме для того, чтобы посмотреть, как оно работает и механика переоткрывания коробки за голду. И я просто ужаснулся, что это казино, умноженное в пятикратном масштабе, на мой взгляд. И вторую коробку я открыл после того, как вы мне надонатили более-менее каких-то донатов пару дней подряд. И этих донатов, в принципе, хватит мне просто на еду на месяц. И еще чуть-чуть останется. Может быть, со временем, если продолжите донатить, эти деньги накопятся и купится второй монитор, который крайне необходим для того, чтобы нормально вести стрим. А не сворачивать посреди боя игру, чтобы прочитать ваши комментарии, в итоге я могу не успеть за всем этим. И бывает, что либо я пропускаю комментарии, потому что я не могу во время боя читать, либо я могу в бою ошибиться и слиться, потому что я в этот момент свернул игру. Да, я вроде бы выбираю моменты для того, чтобы свернуть в игру, когда вроде бы ничего не должно происходить, но это же онлайн игра. Ты не можешь контролировать других людей на 100%, потому что они делают, что хотят.
Поэтому это сложно. И для того, чтобы это было в разы легче, нужен второй монитор. Он был, но он сломался, потому что он был старый. А старое, оно уже и так старое. Ничего, никаких тайн нету. Все для вас. Весь канал, все видосы, все гайды. Никогда не делал высеров каких-то, гайд ни о чем. Максимально пытаюсь разжевать. Да, может быть, максимальное разжевывание со стороны для некоторых смотрится чересчур, но некоторым можно было бы еще сильнее разжевать каждую ситуацию по каким-то вопросам в бою. До кого-то доходит быстро, до кого-то не очень быстро. Иногда у меня может сгореть прямо посреди боя жопа, потому что просто не сдержал себя в руках, просто Alt F4 вышел нафиг. Могу даже удалить игру на время, чтобы от нее-то отдохнуть. Но это не значит, что я никогда в нее не вернусь. Или что если я не куплю коробки или не хочу их покупать, это не значит, что я их не куплю. Я б, честно говоря, некоторые премтанки просто у картохи брал бы на время, для вас показал бы их, постримил, сделал бы видео и пусть бы она их и забирала. 90% картофельного доната мне лично вообще во всей игре не помогли вообще ничем, и они не нужны. Большинство премтанков простаивает, пылится и вообще не используется. И у каждого человека свои эти премтанки, пару штук, которые максимально им подходят и нравятся. Не у всех, конечно, есть все премтанки в игре, как у меня, допустим. И они не понимают, что их любимчики на самом деле не самые лучшие. И в том геймплее, в котором им нравится, есть получше танки. Но все равно они за них ухватились и играют на них. Главное, чтобы нравилось. Но вот обладая огромным количеством прем-танков, а все крутится, весь донат вокруг них в картошке, скажу вам, что смысла в них не сильно много. И действительно фармящих прем-танков очень мало. И до сих пор играбельных. И некоторые прем-танки, которые мне в какой-то период времени очень сильно нравились, сейчас абсолютно неиграбельные. Такие как СТА-2. Но раньше игра была совсем другая. С одной стороны, на СТА-2 я откатал много, грубо говоря, его деньги я отыграл. В картошкиной игре, в принципе, по премтанкам очень обидно, что премтанки это как временное событие какое-то. Да, ты им можешь потом воспользоваться, но уже даже сам не захочешь. А некоторые премтанки сразу выходят неиграбельными, как Т-42. Он вроде бы что-то иногда пытается, но он в целом никакой. Вот поэтому хочется все премтанки вам показать, чтобы вы сэкономили где-то и не покупали ненужный шлак. Если уж вы вообще собрались в это донатить. А если не собрались, но играете, то я вам покажу новый танк, и вы хотя бы узнаете, что от него ждать в бою, когда он встретится против вас или будет возле вас в виде союзника. Вы будете знать, что ждать от этого. А если я это пропущу, то этот огромный кусок контента на канале его не будет. Тем более это делается на время. Остается на канале. Видео, стримы. И со временем потихоньку на такой огромный пласт контента, как Т-77, потихоньку люди приходят. Поэтому это все делается не зря. Ну а как игроку без канала на YouTube, возможно, некоторые танки и коробки мне вообще нафиг не нужны. Вот, в принципе, и все. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.